Стоять голкипером обеих команд во время этого матча приходилось редко. В чемпионате города среди любителей горячая пора. Финальные игры. Настрой, желание. Соперники не хотят уступать. Поэтому на площадке напряженная борьба. Удалось создать всем приемлемый формат. Игры все абсолютно непредсказуемые. Явных лидеров не было до последнего. Но это на самом деле именно то, к чему мы стремились. Потому что равные играют с равными себе. Ребят получают удовольствие от игры. Нет разгромных счетов. Ну, единичные случаи, конечно, бывают, какие есть какие, но в основном, основная масса все довольны. Четвертый по счету сезон в этой лиге получился самым масштабным. Участвовали 33 команды из Саратова, Энгельса и области. По мере мастерства всех соперников разделили на 3 дивизиона. Денис Лазарев выделяется среди тех, кто сейчас на льду. Таких, как он, в любительской лиге называют спортшкольник. Несколько лет назад начал заниматься хоккеем в спортивной школе «Кристалл». Не став профессиональным хоккеистом, решил не забывать об игре. Мужской, наверное, азарт, мужское самолюбие. Играем, доказываем друг другу, что мы что-то можем, сильные. Стресс все это снимается. И поэтому, наверное, большинство из-за этого уходит. Работа уходит на второй план. Этот матч команда Дениса Лазарева выиграла с минимальным счетом. Игрок получил индивидуальный приз. Для любителей сезон завершен. Свой чемпионат любительские команды завершили намного позже, чем команда мастеров. И пока в области решают, что будет с командой «Кристалл», любительский хоккей продолжает развиваться, несмотря на многие преграды. Павел Фитилев, Алексей Чудин. Новости «Телеобъектив».